Ладно, кто не успел, тот опоздал. И мы с вами начинаем. Ребята, поставьте смайлики, как меня слышно, видно. Я почему-то себя не вижу. Подождите, ребята. Что такое? Так. Вот. Привет всем смехоёжикам! Бодрого утра, волшебного настроения и чудесного дня, друзья. И мы начинаем сегодня нашу такую смехопрокачку, тренировку. И начинаем даже не просто смехозарядку, а у нас сегодня будут упражнения из йоги, потому что это самый оздоровительный смех. Потому что есть такая наука, которая называется гелотология. Наука о том, как воздействует смех на здоровье человека. И хочу вам сказать, что смех это в первую очередь здоровье. И йога смеха, она изучила основы гелотологии и выявила законы, правила, как правильно смеяться, чтобы смех был наиболее целебным. Поэтому мы относимся к этому как к тренировке. И почему же это лечебный смех? Потому что когда мы смеемся по определенным правилам, то мы наибольшим образом прокачиваем свои легкие. То есть вместо 1 литра, как при обычном смехе, мы набираем объем целых 4 литра. Представляете? У нас усиливается кровообращение, у нас уходят лишние калории, у нас обозначается талия. Кровь – это река жизни, которая несет кислород к мозгу, ко всем нашим клеточкам и органам. Это профилактика деменции, профилактика инсульта, инфаркта и многое другое. Но как вы все знаете, что смех омолаживает человека, да? Поэтому это еще и фейсбилдинг. Смех способствует, йога смеха способствует развитию интеллектуального, эмоционального интеллекта, да, избавляет людей от вредных привычек, ну и в целом способствует миру во всем мире. Поэтому йога смеха – это здоровье, йога смеха – это радость и счастье, потому что мы набираемся гормонами радости, эндорфинами, и йога смеха способствует миру во всем мире, потому что… Закрой дверь, пожалуйста. Потому что человек может делиться только тем, что внутри него, да? Если человек вдруг гневается, если человек злится, то что он отдает? Он отдает именно эти эмоции. Но человек, который наполнен внутри радостью и счастьем, он может делиться именно тем, что внутри него. Хорошо. Ну и, ребята, давайте сейчас сделаем вдох и обратим внимание на то, что когда мы делаем вдох, у нас надувается животик, то есть плечи опущены. Мы не поднимаем плечи, грудь, у нас надувается только животик. Вдох. Выдох. Ведь плечи опустили, не так, как некоторые вот так делают. Нет. Еще раз вдох и задержим. Задержали. Да, побултыхали, пропитали с этими гормонами радости, да. Держим, держим, держим. При вдохе мы всегда представляем, что мы, может быть, ароматы любимых цветов, морского бриза, счастья, радости, а выдыхаем все ненужное. Ну и теперь, друзья, первое правило смеха. Мы одеваем, конечно же, улыбочку. Вот так вот берем и как очки одеваем. И остаемся уже с этой улыбкой, хорошо? И не только сейчас на смехозарядку, а вообще остаемся на весь день. Договорились? Второе правило – это мы широко открываем рот. Широко, вот как мы пришли к ухо горло носу. Да, чтобы вот прям все, гланды, чтобы были видны, да? И стартуем мы, стартер – это у нас буква А. Потому что, ну, если человек, скажем, без улыбки и еще на О, будет хо-хо-хо-хо-хо-хо, зловещий смех. Мы потом попрокачиваем с вами разные звуки. Это тоже полезно, это тоже наш артикуляционный аппарат. Это профилактика стадии многих простудных заболеваний, ангины. И мы начинаем первое. Давайте я вас сейчас спрошу, кто молодец, а вы скажете «Я!» И сделаем еще, добавим мощь. Вот открываем кран на полную громкость. И громко-громко скажем «Я!» И широко откроем рот. И не забываем, что мы надели улыбку. Итак, кто молодец? Скажите «Я!»
У всех получилось? Давайте еще раз. Кто победитель? Я! Так, молодцы. Далее. Сейчас самое главное правило – это мы будем тянуть долго-долго-долго-долго. Хорошо? Вот когда у нас уже голоса не будет, мы будем все равно тянуть. И вот представим, что мы камушек такой плоский берем, запускаем, и он прыгает. И у кого он дольше всех пропрыгает, тот из вас победил. Хорошо? То есть мы сейчас начинаем смеяться, и когда у нас голоса не будет, мы все равно выдыхаем все до конца. И именно тогда у нас, вот я сказала, вместо 1 литра войдет в организм 4 литра кислорода. Именно это полезно. Именно вот такие упражнения делать, как профилактику многих болезней и во многих реабилитационных центрах, это послековидная реабилитация. Итак, приготовились? Давайте берем мешочки со смехом, да? И смеемся сейчас долго-долго-долго. Вдох и громко. Берем сейчас камушек, запускаем. Приготовились. Он долго-долго у нас должен прыгать. И смотрим, кто же у нас дольше. Вдох. И... Получается? И сейчас смотрите. Итак, улыбка на букву А. Громко, долго. И еще добавляем движение. Тело в дело. И приготовились. Животик воздуха. И... Молодцы! И мы чувствуем, как у нас сейчас горлышко уже разогревается, и голос меняется, и тут становится горлышко более круглое, голос становится более таком классный, объемный. Хорошо, молодцы! И сейчас во всех школах уже готовятся к выпускным, да? Я сегодня тоже иду в школу, а вчера мы собирались и надували шарики. И знаете, на что... Все обратили внимание, я надувала шарики самые большие, быстрее всех. И вот раньше, когда я надувала, у меня кружилась голова. А сейчас вот там мамочки говорят, ой, как вы так надуваете, вам это... И мне пришлось, оказывается, потом сдувать некоторые шарики, потому что они у меня оказались больше, чем другие выделялись. И давайте мы сейчас вот так понадуваем шарики, вот так, чтобы голова не кружилась. И вы спокойно могли надуть огромное количество шариков любого размера. Хорошо? И смотрите, что я делала. Я обучала вчера мамочек. То есть я делала вдох животом. Потом, когда вы надуваете, у вас животик сдувается, 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 прям к позвоночнику прилипает. Хорошо? Итак, берем шарик. Давайте золотой шарик возьмем. И приготовились. Вдох животиком. До конца выдыхаем. Еще раз животик надувается. Еще раз. Плечи опущены, только низ живота работает. Берем еще раз шарик. И еще раз сначала начинаем вдох животик.
Вдох, животик. Выдох, животик прилипает. Вдох. Вот такой шарик. И закручиваем его, завязываем. Завязали, завязали. Отпускаем, он взлетает высоко-высоко. И мы научили всех родителей, всех мамочек, все надули шарики. Весь потолок в шариках. И в это время заходит Вовочка. Заходит Вовочка с рогаткой. Берет. Шарик. А в шарике блестки. А это смеха блестки. Они сыпятся на нас, и мы все смеемся. Оказывается, в каждом шарике есть волшебная записка, смехоблёски, какие-то сюрпризы. И сейчас мы все берем рогатки и превращаемся в детей, да, и приготовились рогатку. Еще раз. Еще раз тягиваем, растягиваем рогатку. И на нас сыпятся смехоплёски, смехоконфеты, разные сюрпризы, записочки. И мы раскрываем записочку и читаем. Ты долларовый миллионер! Да! Еще поднимем записочку, открываем, читаем. Ты умница и красавица! Да! И еще раскрываем записочку, раскрываем. Ты лидер, ты герой, победитель, триумфатор! Да! Поднимаем конфету, раскрываем. Да, это смех, конфета, смеемся, кто громче? И вдох, выдох, этот шарик, сдуваемся, мы здесь, еще раз вдох, животик, как шарик надулся, радость, животик, и выдох, выдыхаем, все не нужно, и сейчас вдох. Постоим на носочках, постоим, потянемся, потянемся, потянемся. Тянемся. Стоим, стоим, стоим. А глазки закрыть. Держим равновесие. И теперь как лошадка. А у всех лошадка получилась. Смотрите, когда мы социально придавлены, скажем, разными блоками, да, и у некоторых людей, у них просто вот трудно с улыбочками, трудно с этими мышцами, да, и у некоторых даже не получается. Если у вас не получается, поставьте вот так два пальчика, чуть-чуть придавите, и у всех все получится, да? А сейчас добавим голоса. Итак, вдох. И голоса. Молодцы, хорошо. И давайте сейчас мы немножечко сделаем такую профилактику деменции и развитие правого и левого полушария на гармонизацию. И мы делаем с вами полегче или посложнее вам? Полегче, полегче. Полегче начнем, да, многие уже знают. Пальчик-зайчик, да, это кто у нас? Это зайчик, это ушки, это пальчик, да? И меняем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну, это детский сад, поэтому добавляем хлопок. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь добавляем
Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Да? Скороговорку. И делаем все вместе. И цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла, цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Получается? Нет. А теперь повторим такую скороговорку. Во дворе трава, на траве дрова. Вот представьте, во дворе травка. На траве дрова. На траве дрова. И давайте один раз мы говорим. Во дворе трава, на траве дрова. И запустим. Во дворе трава, на траве дрова. 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 Хорошо, молодцы, взяли себя за носик. Машечка, да, сюда, и за ушко. И поменяли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дети вместе с нами делают, да? А у кого рядом внуки, бабушки, вот все члены семьи тоже делают. Это очень полезное упражнение, которое развивает гармонизацию правого и левого полушария. Внимательность. Да, сосредоточенность. Хорошо, молодцы. Отложили себя по голове, я молодец. А по животику постучали. Здесь мы крутим, а по животику стучим. А теперь наоборот. По голове стучим, а животик крутим. Да. Поменяли ручки. И здесь стучим, животик кружим. Вот так вот, да. А по голове просто, да. И поменяли. Теперь гладим себя по голове, а по животику стучим. Получается? Хорошо, молодцы. Теперь смотрите. То гладим, то стучим. Правая рука идет вперед. Угу. А левая рука назад. Назад. И сейчас мы с вами это все будем соединять. Правая вперед, левая назад. И делаем одновременно. Если у кого-то не получится, вот вам домашнее задание, чтобы вы потренировались. Угу. У нас получается. Да. И в другую сторону. И обратите внимание, у некоторых из вас одинаково руки делают. А вам нужно, чтобы одна рука шла вперед, а другая назад. Вот такое упражнение. Хорошо? Ну еще. Раз, кулачок делаем и пальчики сюда. Два поменяли. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Потянулись, улыбнулись. Молодец, скажите, я молодец. И лопаточки соединили. Да, держим золотую монетку лопаточками. Вот, и для нашей осанки очень хорошее упражнение. Вот так, чтобы у нас лопаточки, да, соединились. И спинку прогибаем. Вот. И как можно больше ручки. И у кого есть возможность, у всех есть возможность, так, на чем бы показать, вы можете вот ваши кисти поставить на стул, и начать приседать. Это очень, да, тоже хорошее упражнение, на чем бы показать. А вот так видно, вот я сейчас на ступенечку возьму. Да, вот. И приседаем сколько можем, да. Только аккуратно, не резко. И постепенно, вы будете видеть, как у вас уходит холка, как у вас еще больше расправляются ваши крылья орлины, да, и улучшается осанка, королей и королев. Хорошо, молодцы. Немножечко мы с вами физически, да, так растряслись. Право-лево полушарие запустили, да. Ну что, после звонка, после вот этих всех школьных мероприятий, давайте вместе с детьми поедем в аквапарк. Хотите? Ага. Отлично. Поехали. И мы с вами садимся на волшебную метлу. И метла, вези нас в аквапарк. Знаете, йога. В аквапарк. Это полет фантазии, воображения. Это делай, что хочешь. И заходим, одеваем на себя купальники, сланцы, и идем вместе с детьми. И что мы видим?
бочки, да? Одна бочка с горячей водой, другая с холодной. Мы тянемся, тянемся, тянемся. И... Ай, все в воде в горячей. И тянемся к другой бочке, тянемся, тянемся, тянемся. И... Давайте нашу считалочку международную. Все знают? Да мы ничего не боимся, да? И мы идем к смеху, страхом навстречу идем. И начинаем все дружно на него вот так вот водой брызгать и смеемся громко-громко. А самый смелый из вас подплыл к нему, оседлал его, да? И стал его щекотить. И смеялся. Давайте все верхом на змея. И взлетает на горку в аквапарке, и мы все на нем мчимся верхом. Кислородным коктейлем, да? И мы говорим, я здоровый, я красивый, я молодец, и пьем. Я красивая. Я молодец. Я смелый, я победитель, я легендарный герой, да. Я победитель, я легендарный герой. Да. Я уверенный в себе лидер. Моя самооценка растет с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем. Я очень молодой, как
25 лет назад. Вот такое у меня здоровье, столько мне энергии, да. Да, у меня полно энергии. И сегодня чудесный день, замечательный день. Я сегодня буду дарить всем радость и энергию, да. Я заряжена энергией на целый день. И у нас через 10 минут закончится. Я смотрю, тут руку кто-то поднял. Вы можете включить камеру. Не камеру, звук. Ну, а мы с вами сейчас немножечко пропоем звуки. Звуки. И это тоже относится к йоге смеха. То есть йога смеха – это сам смех. Да? Йога смеха – это откашливание. Йога смеха – это звуковые, тоже звукотерапия. И сейчас мы с вами на букву А пропоем вдох. И тянем долго-долго-долго. Как под водой плывем, воздуха уже не хватает, мы там вынырим. Вот так, да? Вот такое должно быть. Сейчас звук О и добавляем потом М. Вдох. На носочки можно встать. Чувствуем тут вибрации, да, у нас клапан, регистры все открываются, носик начинает хорошо дышать, да, все мышцы у нас расслаблены, хорошо. Вдох. Вот чувствуем, да, что у нас за ночь все-таки накапливается слизь, все, и вот когда мы начинаем прокачивать вот смехом, голосовыми упражнениями, вот есть такой вот позыв откашляться. Поэтому всегда имейте какую-то салфетку, все. И сейчас мы откашливаемся, и это тоже делаем до конца. И можем представить, что мы мячиком в стеночку отбиваем, да, или пол. И вдох. Так, молодцы. Еще раз вдох. И еще раз вдох. Вот хорошо, все прокачали, да, и просмеялись, и пропели, и движением. О, классно. И теперь звук «и», вдох. И давайте таким оперным голосом. Хорошо. А теперь звук «и». И можем немножко посмеяться. И погрозить. Ишь ты какая. Ну-ка, начинаем вначале «и» поем, и потом немножечко балуемся. И вдох. Ты знаешь,
зачем туда пришел? Да все на все компроматы собираешь, да? И такие подозревашки. Смех и смех очень важно. Уметь смеяться над собой. Это вообще, знаете, великое искусство. Уметь смеяться над собой. Да? Когда мне одна как-то соседка сказала, говорит, на тобой весь дом смеется. Я говорю, это самая классная новость в сегодняшнем дне. Потому что, значит, я подарила людям гормоны радости. Да? А для меня, как для тренера смеха, тем более, это большой-большой комплимент. Хорошо. И теперь на букву «Я». И сейчас громко и долго, кто победитель? Вдох. Я. 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 Значит, все у вас запущено. А теперь я. И будем смеяться, хорошо? Вдох. Я. И теперь смеемся на все буквы, которые мы пропевали, хорошо, которые мы прокачали. Вот теперь можно и зловещие, можете смеяться и похрюкивать, как угодно, дурачиться. На все буквы приготовились, и пока не отключимся, мы с вами смеемся. Вдох и... Имитируйте, а? Говоришь, да дайте сказать, а кто-то смеется и не слышно. А сегодня все такие прям приличные, все закрытыми микрофонами. А что такое? Почему? Удивительно, первый раз такое. Вот загадка. Никто не может включиться, что тут не так? Скажите. Все нормально, можно включиться. Вот именно все нормально, все в порядке. Все нормально, у меня открыт микрофон.
Я сейчас включила микрофон. Добрый день. Забыли просто включить. Все, включила микрофон. Этот микрофон. То есть я говорила и думала, что ты меня слышишь, что ты ведут прилично выключил.